Для бисквитов взбиваем яйца с сахаром в хорошую устойчивую пену. Затем кофе заливаем кипятком, размешиваем и добавляем к яйцам. Мешаем около 10-20 секунд. Разрыхлитель перемешиваем с мукой и уже аккуратно вводим в яйца. Перемешиваем лопаткой, не миксером, чтобы не потерять воздушность. Выкладываем все на противень, разравниваем его по всей поверхности. Его хватает как раз, чтобы он был не тоненьким, наш бисквит. И выпекаем. После этого, пока он горячий, отрезаем краешки, накрываем его пергаментной бумагой и переворачиваем. Убираем либо в силиконовый коврик, либо пергамент, на чем выпекли. И заворачиваем его в рулет и даем ему остыть. Для крема взбиваем сливки с сахарной пудрой. Затем разворачиваем наш рулет. Смазываем его кремом хорошенько со всех сторон и углы тоже, краешки. Можно добавить варенье, джем или перетертые ягоды с сахаром, как у меня. И затем также заворачиваем обратно его в рулет. Сверху украшаем по желанию оставшимся кремом, я его немножко подкрасила, или просто ягодками. Приятного аппетита!